Около 40 человек получили ранения в результате торнадо, обрушившегося в пятницу на город Падеборн на западе Германии из-за аномально высоких температур для этого времени года. Травмы 10 пострадавших серьезные. Вихрь оставил после себя значительные разрушения. Снесенные крыши домов, вырванные с корнем деревья, перевернутые автомобили. Городские власти призвали людей оставаться дома, чтобы не мешать спасательным работам и не подвергать себе опасности. Метеослужбы ФРГ сообщили о приближающейся непогоде несколько дней тому назад. По их прогнозам ожидали сильные дожди и град, а в некоторых местах скорость ветра могла достигать 130 км в час. Уже в четверг было нарушено движение транспорта, затоплены сотни подвалов. С утра пятницы было объявлено штормовое предупреждение в западных землях. Торнадо нанес также значительный ущерб городу Липштадту в 30 километрах от Падеборна. Там стихия повалила церковный шпиль. Более 100 жителей оказались заблокированными у городского открытого бассейна, так как упавшие деревья перекрыли выход. Ущерб, нанесенный стихией, оценивается в несколько миллионов евро.